Привет. Это обзор и тест на прочность свертышей для цилиндрических замков. Значит, обязательно ложится фольга. Придается форма. Прилажем на рабочую часть. Этот замок я открывал в самом прессе, но он очень-очень долго открывается. Поэтому попробуем его открыть. Свертыши из набора, заодно протестировать свертыши. Пока я просто качаю, такую особую нагрузку на свертыш не даю. Просто импрессия бы уже обычная, давно бы сломалась. Сейчас даю среднюю нагрузку на свертыш. Нормально, как раз какой-то пин сопротивляется. Ну, в принципе, нормально. Пока.